Представители ОАО «Российские железные дороги» проинформировали о том, что с руководством и коллективом Рижского вокзала была проведена беседа после инцидента с автомобилем певицы, народной артистки России Аллы Пугачевой. Об этом сообщает РИА Новости. Возмущение пользователей сети вызвало публикация видео произошедшего в фан-группе певицы в соцсетях, где видно, как исполнительницы подвозят прямо ко входу в вагон, после чего личный водитель открывает дверь для Пугачевой, которая без улыбки смотрит по сторонам, прежде чем сесть на поезд. Как отметили в РЖД, был осуществлен разбор произошедшего. С руководством и коллективом вокзала проведена разъяснительная работа, говорится в заявлении. Ранее представители Пугачевой прокомментировали инцидент на Рижском вокзале, когда артистка проехалась по перрону на своем лимузине.